Сумочка Кельвин Кляйн вот такая. 23 на 30, вот так 23, вот так 30. Это натуральная кожа. Вот такой цвет у нее. Кофе с молоком. Так, не могу примерить на себя, потому что они прикованы. Видите? Этими. Так, не могу на себя померить, потому что они прикованы раз, два, три, тремя противоугонками, чтобы их не украли. Вот такого цвета. Ну, смоки роуз даже, можно сказать. Сзади вот такая. Это Софьяна. Это кожа Софьяна вот такая. Так, внутри вот такая, на молнии она закрывается. В общем, такая симпатичная сумочка. Очень даже симпатичная. Вот такая очень даже симпатичная. Вот 4 штучки их тут висит. Это в Сан-Франциско у нас. Золото. Все классно сделано. Здесь также золото, фурнитура, строчки. Очень качественная. Дно вот такое, без ножек. Вот такая вот есть сумка. Это Michael Kors. Такого цвета, темно-темно-синего. Это кожа, она на молнии. Такая вот кожа, такая. Золото с таким темно-синим, вот с таким, вот такой вот цвет. Так, по размеру, вот так. Неохота сантиметр доставать, вернее, неудобно. И вот, еще вот так. Вот такие вот ручки на плечо вешаются. И внутри вот такого плана на молнии. Также не могу померить, потому что они прикованы тремя магнитами. Вот раз, два и третий их сцепляет. Так, и вот такая же сумочка, еще бежевая, также Michael Kors, точно такая же, кожа такая, один в один, просто цвет другой, две штучки есть. Золото с бежевым, классная такая фурнитура, качественная очень. Так, вот такие есть, это тканевые. Сумки Michael Kors, вот это натуральная кожа, ремешки у них на плечо не вешаются, длинные, текстильная, вот как текстильная, вот такая кожаная здесь кисточка, также очень хорошо сделаны, вот здесь на кнопочке, не на молнии, так вот внутри, на молнии карман, там карманчики еще для айфонов. Так, померить не могу, потому что все приковано. Ой, сейчас повешу. Вот так вот золото, вот с таким текстилем. Это с обратной стороны, тут карманчик есть. Тоже очень качественные. Такие сумки, они легкие, носятся очень долго. Такого плана. Так, вот такие симпатичные сумочки есть. Это Michael Kors, натуральная кожа, $290 стоили. Так, вот так вот и вот так вот также. Такая классная выделка. Здесь золото. Вот в черной расцветке, вот в такой. Вот в такой смоки роуз. Так это смотрит.
смотрится. И вот такая вот розовая. Прям вот, ну, розовая. Видите, все прикованы, поэтому не могу примерить. Такие классные. Две розовые, одна смоки-роз и одна черная. Вот есть такие плащи. Сейчас я один померяю. Это нотика. Вот есть красные. М-ка, две эльки. Черные. Такие же. Элька и М-ка, и С-ка. Нотика у них на рукаве написано. Потом белые есть. С-ка, М-ка, Элька. Темно-синие. И смоки роз. Вот такие. Тут и S-ка есть, и L-ка, и XL. Все размеры. Так. Вот такие вот красивые. Непромокаемые, непродуваемые. Это нотика. Сейчас я возьму смоки роз померю. Красный такой плащик. Симпатичный. Куртка-плащик. Так, вот такие плащи. Это Calvin Klein. Также сейчас я померяю. Такого плана. XL есть, M-ки, L-ки. Вот серебро с черным. Такой дышащий. Protection. Черный цвет. Это у нас что так? Это бренд, он не популярный в России. Только которые в России популярные, я показываю. Куртка прикольная, Винс, кому-то одна такая висит, элечка. Темно-синий цвет. Классно сделано. Но это уже нету размерного ряда у нее. Такая стеганая. Такого синего цвета, темно-синего. Классная, кстати сказать, золото. Очень также качественно сделано. Флажок вот такой. Здесь Винс кому-то. Вот такой флажочек. Пуговки. Ну, классно. Со знаком Винс кому-то. Да, неплохая очень даже. На весну легкая. Так, вот тут вот я вам, наверное, сделаю примерочку. Да, вот здесь лучше всего видно. Так, пишите размеры, по размеру подберу. Так, вот такие вот стеганые пальто завезли. Вот этот бренд Галерии. Называется. Она легкая, вот так же. Качество у них хорошее. Просто у нас неизвестен в России, но на самом деле очень хороший бренд. Вот есть размерный ряд. Такой стеганый. Сейчас померяю. Белый цвет. Машину бросили, постирали и дальше носим. Такая на Сантепоне. Видите, как симпатично смотрится. Очень даже симпатично. Удлиненная она. Такой поясок можете одеть. На мне элька. Вот такого плана. Кто хочет освежающие. Ну, видите, не очень красиво у меня этот сарафан торчит. С джинсами. Попу закрывает. Так, вот так сзади. Легкая, удобная. Карманчики. Везде всякие. На Сантепоне. Самый большой размер XL.
Так, вот такой вот плащик. Это нотика, темно-синий цвет. Сзади, видите, удлиненная чуть-чуть. С капюшоном она. Вот здесь на рукаве нотика написано. Также размеры груди, бедер. И я подберу вам. Смотрите, как смотрится. Классно. Такая ветровка. Удлиненная куртка. Все закрывает, попу закрывает. Не короткая. Вот так вот смотрится Smokey Rose. На мне велькам. С капюшоном она. Капюшон там сзади упакован. Нотика. Вот здесь можно приталить. Вот так вот. И сделать себе в талию. Так, подквад. Тут подквад идет у них. Без утеплителя, непродуваемая и непромокаемая. Такая вот плащевка. Сделаны хорошо очень. Такие строчки, все прямо классно. Здесь капюшон спрятан. Так, вот красненькая симпатюля. Вот так выглядит. Сзади вот так. Нотика. Сзади я еще не показала. Вот такая прикольная повозка идет на всех цветах. Видите? Так, и вот это Calvin Klein. Также очень стильно смотрится. Можно приталить. Видите, сзади удлиненный. И там еще разрезик вот со шнуровочкой. Потом капюшон есть. Такой серебро с черным. И вот здесь можете в талию сделать. У вас будет такая более женственная курточка. Если распустите, как прямой фасон будет. Такой черный цвет. Также очень стильно смотрится. Также непродуваемая, непромокаемая. Ну, здесь он даже можно сзади смотреть. Внутри вот так он сделан, капюшон, вот видите, Calvin Klein, тут какая-то ткань такая, он без подклада, но какая-то ткань такая интересная очень, как будто теплоудерживающая. Здесь подклад есть, на спине нету, на спереди на полочках есть. Видите, здесь затягивается внутри. Calvin Klein. Сзади вот так вот. Так, вот есть вот такие куртки. Это на синтепоне, это Стив Мейден. 66 между подмышками на крупных женщин. Это 3X. 66 между подмышками. Такая же легкая, симпатичная. Стальной цвет. Они недорогие, но тем не менее носить можно. Понятно, это не люксовый бренд, но нормально. Вот такая вот она внутри, оранжевая. Вот эти. Вот такой.
какого плана? 3x. Потом есть 2x. Это на 2 сантиметра поменьше. Так, это идет 64 сантиметра между подмышками. Так, что тут еще у нас есть? Так, вот эти квасные пальто, это Michael Kors. Вот кому надо, также есть большие размеры, это пуховые. Они довольно-таки длинные. Вот есть 2X. Такие классные. Темно-сиреневые. Здесь золото. Вот, кстати, есть еще черные. Это Steve Madden. И болотные. Это 2X. 64 между подмышками. Вот такое вот. Смотрите, оно длинное. Полноценное пальто. 2X. Вот есть 2X. Так, это не оно. 1X их нету. И есть 3X. Вот я вам сейчас покажу. Вот и 3X есть. Две штуки. О, три. Три. Вот пуховое пальто. Michael Kors. На молнии карманчик. Ой. На кнопочке карманчик, на молнии они такие длинные. Здесь колечко, Michael Kors. Вот с капюшоном я мерить не буду, потому что, понятно, оно мне большое. Но, тем не менее, понятно. Вот такие три штуки есть. Здесь капюшончик, также с пухом. Сейчас чуть потеплеет, самое то. Вот есть такие курточки. Это также большие размеры. 3X. Они двойные идут. Классные модельки. Потому что, вот смотрите, внутри здесь на флисе. Это убирается. Остается вот такая серая куртка. Можно ее носить, когда тепло. С длинным рукавом она. Она, видите, вставляется вот в эту куртку. Такая она. И можно носить вместе. Это получается 3 в одном. Отдельно вот эту и 3 вместе. Вот есть 3X, 2X. Вот такого плана. Они длинные также. Все у вас прикроют, закроют. Вот 3X, 3 штуки есть. И 2X, 1 штука. Все тут на молнии. Она также наверняка непромокаемая. Этот бренд Bevolve Zero, он вот эти куртки шьет. Я давно на них смотрю, знаете, что-то не покупала, не знаю, понравится кому, нет они. Так, есть вот такие бебе, это как флисовые они, черные, также большие размеры есть, 2X, 3X есть, они как курточки идут. Также такой у них, как, ну, похоже, непромокаемый материал. Внутри флис. Можно носить также весной, осенью. Кофту теплую пододеть. И очень симпатично. Вот такие они черные. Сейчас посмотрю еще. Так, да, 2X. Вот, вот сзади вот так вот. Как спортивного типа. Удлиненная. Курточка. Да, и вот 3X. Да, 2X и 3X. Это на нехуденьких женщин. Видите, она так вот расклешенная еще. Колокольчиком сделана. Поэтому у кого бедра большие, вообще просто отлично. Так, ну что, в мужском отделе есть вот такие ветровочки. Это Gavk & Co. Это горнолыжный сноубордист, вернее, который вот этот мужской бренд открыл. И он у него по ценам очень такой доступный и по качеству. Вот такие мужские удлиненные ветровочки Gavk & Co.
капюшончиком. Также водоотталкивающий. Цвет вот такой вот есть, вот синий. Размеры вот S-ки, M-ки, L-ки есть и XL. И XXL даже есть один. Потом вот такая расцветочка. Красно-черная. Тут просто сеточка идет и бавонь с капюшончиком. Видите, Half and Co. Так, также пока все есть размеры. Есть серенькая просто. Она почему-то одна. Красный вот столько привезли. И, вот серенькие эти. Также все размеры есть. Вот видите, такая расцветочка. Также пишите ваши параметры. Подберем карманчики на молнии. Такие вот симпатюли. Так, потом вот для больших мужчин вот это 4X. Вот такие курточки есть. Это бренд Waterproof. Он, кстати, очень классный. Он у нас в России также неизвестен. Но он шьет вот верхнюю одежду. И женскую, и мужскую. Непромокаемая, непродуваемая. Легкая. Протекшн тут вообще классный. Защита от всего. Такие удлиненные. Сейчас скажу между подмышками сколько. Так, вот 4X, это 76 между подмышками. На вот видите, на такой утепленной баечке. И 72 я вот померила, это 3X. Мужская удлиненная куртка вот этого бренда. Сзади просто черная. Все без всяких лишних прибамбасов. Так, это все они вот 3X здесь висят мужские. Так, а и вот и 2X есть. 68 между подмышками, это 2X, такая черная, и 1X еще я увидела. Ну, это XXL, вернее сказать. И вот XXL 66 между подмышками. Ну, рукава стандартные. 66 у этой, по сантиметру там прибавлять вот к следующим размерам. Такие вот черные. Немножко отсвечивает, правда. Как серые кажутся, но они черные. Вот такая вот есть одна. Это пуховая курточка Half and Co. Вот у нее 64 между подмышками. Это XL. Но она одна. Я не знаю, когда я видео уже выложу, будет ли она здесь. Half and Co. Вот в пакет укладывается, в карман вернее, вот сюда. Очень маленькая становится. Ну, вот это вот пуховые такие вещички. Очень удобные. Цвет классный, такой болотный. Плана XL. Вот она тоже и легкая, и дышащая тут. Чего только нету. Так, вот смотрите, такие футболочки. Вот такие вот. Но одни эски. Это на 44-46 размер. Вот, вот видите, остались одни эски. Так, что тут сказано? Они недорогие. Состав, они видите, вот тут так чуть расклешены, они не в обтяжку. Состав
Made in Vietnam. Так, вот 57 полиэстер и вискоза. Остальное. Так, вот кто-то у меня спрашивал сумки Брахмин. Вот есть вот такие вот. Вот есть вот такие. Так. И так. Так, потом есть вот такая. Одна. Я просто это показываю на сейле. Все, конечно, классно сделано. Ремешок еще длинный. Они, конечно, дорогие. И очень даже дорогие. Так, вот такие есть. Тоже Брахмин. Вот такие расцветочки, такие розовые. Также вот такой размер. Вот так можно носить и на длинном ремешке. Вот так вот и вот так. Так, вот такие есть. Дорогущие, очень дорогущие. Ну, может, кто-то поклонник есть, потому что у меня спрашивают. Вот они есть в Сан-Франциско. Вот такая есть. Красивая. Такая вот симпатюля. Также можно и на ручке носить, и на длинном ремешке. Вот батончики. Вот такого плана. Длинный ремень и короткий. Вот такая есть. Такая вот. С молнией. С карманами. Все красиво и качественно сделано. Длинный ремень есть. Так, вот такая вот есть. Такая приличная по размеру. И вот такая. Малюсенькая. Тут красиво так сделано. Ну и вот это последняя. Такая коричневая. Так и так. Тут карманчик. Две штучки. Но эти вот без скидок особых. Такая. Цена срезана. 400, наверное, долларов, не меньше. Такая. Это классно. Вот, наверное, она столько же стоит. Нету цен почему-то. Вообще огромная. Вот рюкзачок. Цены нет. Так, вот на скидке еще здесь вот такая черная есть. Вот такая. С этой стороны вот так она выглядит. Большой ремень есть.
И вот такие еще есть рюкзак. Вот такой. Такая сумка. Черная. Это вот как ту я показала. Все пристегнуты они. Намертво. И вот та еще. Такая. Это все, что есть на скидках. Вот такая еще. Коричневая и черная. Красивая. Ну, не такая, не крокодиловая кожа. Я почему-то крокодиловую кожу вот такую как-то не очень ношу. Как-то брезгую, что ли. Мне крокодила это напоминает всегда. Поэтому вот, кто не любит, так же, как я, такую крокодиловую, вот есть просто. Эти без скидок. Ну, цены я вам показала. Примерно так. Вот такие еще есть. Коричневые цвета, черные, синие. Вот такие розовые. Вот крокодиловые есть. Под крокодила, вернее. Это без молнии. Так, потом есть вот такие кроссбоди. Ну, приличный размер, где-то 24 на 24 у них. Вот с таким значком прекрасным. Такие красотки. Коричневые, синие. Эти малявочки вот такие. Отдел Tommy Hilfiger Сан-Франциско. Вот такие есть платья, но дорогие, без скидок. ТМКС-ка XL такого плана. Теплые такие платьишки с длинными рукавами. Вот такие. Такие есть. И вот такие. Вот на скидках взяла вот такие классные вещички, но размеры, конечно же, размерного ряда нету, но их и нету уже в продаже. Смотрите, какие классные. Толстовка вот с этими модными лентами на рукавах, на баечке, вообще классная, черная такая. Так, ну эти вещи на канале можете переходить, где я вещи выставляю, там будут на них цены, конечно, гораздо меньше, чем с размерным рядом. Вот не смогла не взять. Вот такие куртки есть в моле. И это бренд 32 Head. Это на пуху куртки. Очень легкие, ноские. Их можно носить и летом, и под любой одеждой, когда морозы сильные. Под дубленками, под шубами. Также можно одевать под низ толстовки. И делать спортивный стиль. Капюшон выставили. Все, у вас спортивный стиль будет. У меня такая курточка есть. Она очень компактно складывается в сумку, в чемодан. И вот в магазине для американцев они были недорогие, но их сейчас там нету. В моле, конечно, подороже.
жилетки. Также пишите размеры ваши и подберу вам. Их, видимо, только что завезли, потому что цветов очень много, размеров. И даже там 14 размер я видела. Поэтому не только на худеньких. Вот такие расцветочки. Очень красивая голубая. Сейчас я ее покажу. Такая вот эта темная сиреневая, такая как баклажан. Расцветка Smoky Rose. Стираются очень хорошо. Такая-то рыженькая. Вот эти очень красивые, прям такие голубые. Замечательный цвет. Ну, вот это все, что есть. Потому что, ну, зимние уже все убрали. Такое более-менее теплое в Калифорнии. Начинается лето почти что. И вот такие вот только модельки есть. Это также 32 head. Вот такие ветровки удлиненные, непромокаемые. Такая расцветка Smoky Rose. Черные есть, голубые. Они довольно-таки длинные, как плащи. Вот еще жилетки пуховые, также очень удобные. И в поход, и на дачу, и всегда, чтобы она у вас была. Холодно в машине, раз, достали из багажника. Вот эти очень классные какие-то ветровки длинные, Tommy Hilfiger завезли. Такая у них ткань непромокаемая, сделаны красиво очень. Так же, как плащи, ветровки. Это, видимо, новая коллекция. Вот темно-синие в красном цвете. Вот эти коротенькие. Также в красном цвете и в темно-синем. Очень симпатичные. Вот темно-синий цвет. Также все размеры пока есть. Она без подклада, просто плащевка. Под низ также можно одевать какую-нибудь такую толстовочку. Ну, это Kate Spade, дорогущая. 208. Такая вот стеганая пальтишка. Вот есть розовый цвет и такой вот молочный, сероватый. А, нет, это Джонис Нью-Йорк. Да, это Джонис Нью-Йорк. Такая курточка. Вот здесь опять же какая-то новая коллекция. Удлиненные плащи. Так же, как те по стоимости, просто другая моделька. Также красный цвет и темно-синий. Они такие прям удлиненные. Ну, это вот плащи